Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Мазин Хули Плей. Это первый сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам легче было начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите SHMM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. За эти бабки вы сможете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Но в этом ролике, пацаны, я сделаю то, что я вам уже давно обещал, а именно сегодня я буду работать на газоне с 5-м чипом. Как бы вышло обновление, я думаю, это максимально сейчас будет актуально. Ставьте лайки просто, реально подписывайтесь на канал. В этом ролике мы поработаем час на газоне, мы его полностью сейчас рассмотрим, покатаемся, обсудим и, я думаю, дадим кому-то прокатиться и посмотрим на его эмоции. То есть видос реально должен быть пушечка. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень благодарен. Реально, за неделю набираете 200 лайков, я обратно беру газон с 5-м чипом и дам кому-то из вас на нем поработать час на моем скилле, и вы будете забирать мои деньги. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, вот именно тот самый автомобиль, который сегодня у нас будет как бы главный в видосе. Максимальная скорость его составляет 270 км в час. Но так как он у меня без нитро, набрать эту скорость достаточно сложно, но 250 он как бы едет спокойно. Он очень хорошо ускоряется, очень хорошо разгоняется, едет боком. То есть тачка реально очень сильно поменялась. Давайте я вам покажу карпас, чтобы вы мне поверили, то, что здесь реально стоит как бы 5-й чип, пацаны. Изначально здесь стоял, получается, 3-й чип. Я взял эту машину у своего товарища. Я как бы уже поработал час, вы это чуть позже увидите, сколько я заработал. Сейчас я предлагаю просто проехаться, обсудить вообще обновление, связанное с дальнобойщиками, потому что я, пацаны, в первую очередь дальнобойщик, и я хочу реально, как бы, уделить немножко времени. Я считаю то, что вот эту темку они сделали неудобно, потому что я привык, постоянно заходишь дально и нажимаешь сюда, и у тебя раньше появлялась вот эта панель. То есть это было много удобней. Было бы лучше, если бы они вот так поменяли просто их местами, понимаете, и все. Как вы знаете, у меня максимальный скилл дальнобойщика, это 100-й, и я очень сильно хотел, чтобы убрали ограничения. Ограничения убрали до 120-го скилла, но вкачать этот скилл оказалось не так уж и легко. То есть я за сегодня сделал 20 рейсов. А чтобы мне прокачать 101-й уровень дальнобойщика, мне нужно сделать 700 рейсов. Я так посидел, подумал, то есть, чтобы вкачать один скилл, мне придется где-то работать неделю. Там в день делать по 100 рейсов. То есть это реально сложно. Когда у меня была компания, я в день делал по 150 рейсов вообще спокойно, потому что я катал короткие рейсы и катал на топ. И самый плюс этой машины, кто не в курсе, то, что здесь нету комиссии. То есть сколько написано денег, столько я и получу. А когда ты работаешь на Магнуме, либо на другом грузовике, то у тебя получается комиссия за прицеп. А так как здесь нету прицепа, здесь, соответственно, нету комиссии. То есть на этой машине работать одно удовольствие, потому что вы получаете чистую прибыль. Да еще и с 5-м чипом, пацаны, вы очень быстро передвигаетесь просто по карте. Ну, тачка реально имбовая. Мне кажется, многие хотели бы на ней поработать. Поэтому, пацаны, я вам напоминаю то, что если вы наберете здесь очень хороший актив, то я еще раз попрошу эту машину, получается, чтобы на нее поставили 5-й чип. И мы с вами запишем видос, где вы будете работать на этой машине с помощью моего скилла. Я именно буду брать новичков, не именно таких, знаете, мужиков, которые уже давно на дальней катают. Именно таких, знаете, пацанчиков, новеньких, которые там только на дальней пришли. Я им дам просто газон, сажу их за баранку и буду брать просто рейсы, они будут их отвозить. И все деньги, которые они успеют заработать за час, я им отдам просто. Я подобное делал с Магнумом, но мне кажется, с газоном будет намного интереснее. Поэтому, пацаны, если вы хотите увидеть такой контент, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ну и, конечно же, еще можете подписаться на канал, потому что я вам обещал, понимаете, я вам обещал записать видео про газон. Это было примерно месяц назад, когда я записывал про него видео. Я вам пообещал то, что я запишу видео про газон с 5-м чипом. Как бы я свое обещание сдержал, поэтому, пацаны, покажите реально просто максимальный актив. Было бы нитро, конечно, намного бы быстрее ехало, но как бы у меня газон как бы без нитро, я просто на него попросил 5-й чип, тем более это не мой газон, моего товарища, как бы я взял у него на время. Так, давайте сейчас максималочку, как раз там дальнобойщика обгоним, разгоняем чисто максималочку, посмотрим, на что она в принципе способна, данный просто автомобиль. Так, давай, мы должны его догнать. Я не знаю, он с 3-м чипом или нет, но, ну хрен знает, может быть он реально с 3-м чипом, но, видите, 258 разогнали, она может больше, пацаны, вы не смотрите то, что она уперлась в максималку, я на
на ней ехал больше. Просто боком, пацаны, чисто дрифт, ебать, такси, нахуй. Ух, полетела, родная. Та ты шо, ебать. Маруся, Маруся. Сейчас там как раз пацаны стоят, может кому-то из них предложить прокатиться. Сейчас прошу, кто желает, ебать, прокатиться, пацаны, на пятом чипе. Ебать, дрифт Мацури СПБ приехала, пацаны, ебать, натуре. Ебать, дрифт такси просто приехала. Самая такая, знаете, заряженный аппарат чисто приехал, ебать. Самый, ебать, заряженный аппаратик прилетел просто. Тачка, ебать, вообще, пушка-гонка, ебать. Что-то очканул, короче, Андрюха у нас. Он говорит, а такие есть? Конечно, есть, братан. Они есть, но они временно, понимаете? Как бы, да, газоны с пятым чипом есть, но на время, понимаете? То есть, время ограничено. Ух, нихуя себе, ебать. Маруся, ух, ебать, 360, ебаный в рот. Ебать. Как птичка, ебать, летит. Ты что, родная, ебать? Не газуй, ебать. А ну давай, ебать. Дай-дай, ебать. Ей, дай-дай, ебать. Дай-дай, пиздюлей. А ну. Пошла, сучка, пошла. Ракета, ебать, ты что? Аппарат, ебать, заряженный, нахуй. Что, как тебе? А как тебе? Охуенно. Нормально тулит? Нормально тулит. Да пиздец, 250, куда нахуй? Она 270 едет, просто нитра нету. Давай назад, я на свою пересяду. Да, да, едь. Просто ищу, понял, видочек снимаю, блядь, надо экспертное мнение, так сказать, ебать, людей со стороны. Не, нормально, пацанчик прокатился, смотрите, ебать, пушка-гонка, ебать, ты шо, ракета, ебать. У меня бэха так же самое едет, как осо. Ну нормально, чисто, ну, сейчас кого-то, может, еще подцепим, хочется побольше, знаете, людей. Ну, пацаны, если вам реально зайдет такой видосик, ебать, то, что я вам обещал, мы реализуем, реально. Тормози, тормози, ебать, пачком ебаши, ты шо? Сейчас бы фонки, ебать, подложить было бы заебись. О, родной, родной, тормози, тормози. Родной, надо твое экспертное мнение. Здорово. Здорово. Надо экспертное мнение, короче. Есть вот такой вот аппарат, ебать, пятый чип. Дай ей пиздюлятор, а вы скажи, что ты думаешь, нормально че не? Чисто дай ей подсраку. Ебать, ебашит вот нахуй. Быстро. Можешь в обратку еще ебануть, там до конца, понял. Просто видос снимаю, понял, надо экспертное мнение, ебать, со стороны людей. Давай, ой, дай ей пизды, давай, давай, газуй нахуй, газуй, ебать. Да ты шо, ебашит нахуй. Стоп, это у нее какая максималка? 270. 270, нифига. Да. Ну, она прям быстро. Ну да, если бы не тросик еще, ебать, и шо. Можно было бы вообще в РДС на ней выступать. Сейчас вы посмотрите, сколько я заработал, получается, за час на данном автомобиле. Я, конечно, уже знаю, как бы, результат, потому что я сначала поработал, потом уже начал снимать начало ролика там и так далее. Поэтому я, пацаны, все уже, в принципе, знаю, какой будет итог. Поэтому я вам предлагаю посмотреть просто, сколько я смог заработать на сотом скилле за час на данном автомобиле.
Ну что ж, дамы и господа, как вы видели, я заработал за час 660 тысяч рублей. Плюс я там еще заправился, но можно аккуратнее до 700 тысяч рублей. Но, пацаны, учитывайте то, что мне попадались не всегда хорошие рейсы. Мне кажется, если на нем поработать ночью, когда будет спрос, когда будут хорошие рейсы, то спокойно можно заработать 1 миллион. Что я могу по итогу сказать, пацаны? Тачка реально очень хорошая, имбовая, но, к сожалению, вы такую тачку нигде не купите с пятым чипом, потому что это просто-напросто эксклюзив, пацаны. То есть тачка реально очень сильно заряженная, очень хорошо едет, очень имбовая. Да и в принципе на третьем чипе, пацаны, это тоже очень хорошая машина, поэтому я вам советую ее приобрести. Данный автомобиль стоит с третьим чипом где-то 70-80 миллионов рублей. То есть, если вы хотите реально хорошо зарабатывать без комиссии, то, конечно же, покупайте себе вот такой вот автомобиль. То есть, реально, я, пацаны, вам обещал записать видос, я это сделал. Как бы мы реально много чего интересного в этом видосе сделали, как бы и покатались, и пообщались, и поработали, и заработали. То есть, видос получился максимально насыщенный, интересный, и я максимально надеюсь на вашу поддержку и активность. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!